Для меня артист — это понятие чуть выше, чем понятие актер. А понятие клоун — это, наверное, наивысшее проявление артиста в любом своем жанре. Потому что та непосредственность, та наивность, та открытость, та ранимость, которую может себе позволить клоун в своем искусстве, это, ну, высший пилотаж. И Юля в очень хорошем смысле клоун. То есть она человек, который полностью принимает себя, который имеет невероятную палитру проявления себя в мир, от строгой холодной дамы на Первом канале до пламенной цыганки, бизнес-леди и так далее, и до очаровательнейшего в своем проявлении клоуна с потрясающим чувством юмора. Вот это я в ней больше всего ценю, за это люблю.